вас ждет встреча с ярким, артистичным, неподражаемым вокалистом Никитой Нестеровичем, который прославляет Гомельщину своим творчеством. Я бы сейчас, знаете, вот так в раскидочку лежал на диване, ел чипсы, смотрел телевизор и ничего не делал. По-моему, это неинтересная жизнь. Педагог и учащийся образцового ансамбля спортивного бального танца «Элегия» из Жлобина расскажут о жизни своего коллектива, а также продемонстрируют свои таланты прямо у нас в студии. Из Гомельского областного дворца творчества детей и молодежи раскроют все тайны создания собственных мультфильмов. Птички летят, собачка бежит. Да. Машинки ездят. Это все зависит от того, какой мультик, какой сценарий мы задумали. В центре внимания рубрики «Веселый клоун Акула», который представил собственную увлекательную программу в Гомельском цирке. Как всегда, полезная и интересная информация в рубрике «Разговор с психологом». Мы с тобой попытаемся сегодня поговорить о конфликтах, о межличностных конфликтах. Наша коллега Настя Заячкова узнает все о профессии бариста в рамках рубрики «Хочу на работу». Как понять, что кофе хороший? Визуально сначала, а потом с помощью вкуса. Об этом и не только в нашей программе.